Так, 26 мая 2021 год, Харьков, 21:36 по Киеву, Харькове. Суперлуния, полнолуние, луна встает над горизонтом на ближайшем расстоянии от Земли по своей орбите и полностью освещена Солнцем. Дубль второй и первый я сделал на минимальных настройках светочувствительности. Это максимальное ISO 6400, зернистое крайнее изображение. Но зато сейчас можно будет хорошо увидеть облачка кругом. Примерно так сейчас визуально и выглядит. Встающая над горизонтом луна. Справа все-таки надвигаются облачка. Подожду, я еще чуть-чуть, может, поднимется над горизонтом повыше. Луна сбежит хотя бы от плотных слоев атмосферы на горизонте. Хочу все-таки поснимать на ISO 125. Ладушки, это дубль второй. Сейчас сниму третий и буду уже выдвигаться по домам. Кровавая луна, да, тучки помогли нам, облачка добавили кровавости. 21:39 по Киеву, Харькове, 26 мая 2021 год. Ну, зернистое изображение ужасно, да еще не резкое было, да? Хорошо, пускай вот так, последний кадр.